Дети отравились после обеда в школьной столовой. Такое сообщение появилось сегодня в интернете. В социальных сетях началось бурное обсуждение инцидента. Полшколы отравилась обедом. У всех рвота и понос. Дочь сказала, хлеб был с плесенью. У моего сына тоже рвота и температура со вчерашнего дня. У меня полкласса траванулись. Мнения в комментариях разделились. Некоторые предположили, что к недомоганию привело не отравление, а ротавирусная инфекция. После волны обсуждений в школу выехала комиссия, где проверила работу пищеблока школы. По результатам проверки нарушения не выявлены. Пищеблоки были осмотрены, значит, условия хранения продуктов, условия реализации, приготовления. Нарушений со стороны работников пищеблока выявлено не было. Также сообщили, что детей с плохим самочувствием осмотрел медик, после чего освободил их от уроков, предположив, что дети, вероятнее всего, заболели уже накануне. При опросе детей было выявлено, что да, дети болеют. С вечера у ребенка одного была температура, но на утро мама, посчитав, что учеба важнее, чем здоровье, отправили в школу. Поэтому большая просьба обращаться с такими жалобами к участковому педиатру, который назначит адекватное лечение, ребенок получит адекватное лечение, тем самым мы прервем цепочку вирусного заболевания и не получим дальнейшего распространения этого вирусного заболевания. Обращений в инфекционное отделение Центральной районной больницы и случаев госпитализации с пищевым отравлением не было. Маргарита Трегубенко, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока.